Привет, зритель. У меня случился, как ты видишь, переваренный слегка рис, который остался от салата с крабовыми палками и прочей требухой. Шоп-рецепт был более-менее точный, и, допустим, я его смогла заюзать снова, а ты внезапно захотел бы повторить сам. Либо знала, от чего отталкиваться. Я сейчас вот в эту мисочку переложу. Взвесю эту мисочку. И мы узнаем, сколько у меня риса. Мисочка весит 53 грамма. А вот сейчас она весит чуть больше. Вот 53. За вдохновение прошу поблагодарить Алину Грей, героиню из Макерека, игра по Мадоке. Весы у нас вырубились. Четыреста девяносто пять минус 53. 443 грамма у нас тут этого риса. Даже 494. Ну, грубо говоря, 490 минус 50. 440 грамм у нас тут риса. Я его сейчас обратно переложу, потому что в этой миске, наверное, не очень удобно будет смешивать. Я тут подготовила все, что нам понадобится. У меня тут козье кипяченое молоко, я его как-то делала, чтобы был у меня кефир, но это вот то, что осталось, чуть меньше пол-литра, ну нам хватит. Короче, у нас тут есть куриное яйцо, крупное, от домашних куриц. У нас тут есть 440 грамм риса. Как вы видите, ванилин. Маленький пакетик, тут вообще всего лишь его 1,5 грамма, но я как-то стараюсь по чуть-чуть его класть, потому что для меня считается, что там много. У нас тут есть кошка Алиска, которая хулиганка. Изюм. Виноградный сахар, но вы можете использовать пудру сахарную, обычного сахара, вот цветочного. Просто вот у меня есть виноградный сахар в виде пудры, и надо мне его куда-то уже уделать. У нас тут есть шелковица сушеная. В кадре есть еще что-то, но оно как бы немножко лишнее. Вот здесь у меня есть сметана, немножко как раз хватит. Это на основе закваски от Бакздрав сметана и сливок 10% покупных. Ну, я думаю, я тут обозрела все, что у нас есть. Плюс вот еще стаканчик мерный. И сейчас мы с вами раздолбаем яйцо в рис. Да, нам понадобится еще ложка для смешивания. Яйцо от домашней курицы, я считаю, что оно вполне нормальное по объему. Ну, если у вас два мелких яйца, то вы можете взять два мелких яйца. В смысле, если у вас мелкие яйца. Скорлупки я складываю яйца в отдельный пакетик, потому что у меня есть человек с курочками. Да не один. Я вооружилась вилкой, я думаю, лучше нам для этого дела использовать именно вилку.
У нее есть острые кончики. Она быстренько разобьет желточек. Как ты понял, зритель, рис у меня слегка переваренный. Ты можешь использовать рисовую кашу. Либо рис, который не слегка переваренный. Тогда в таком случае тебе, скорее всего, понадобится, может быть, 2 яйца, а может быть, чуть больше молока. Если любишь послаще, можешь взять 100 грамм сахара. Ну или сахарная пудра. Я просто думаю, что сахарная пудра растворится намного быстрее. Шелковица сама по себе как бы сладкая. У меня практически глаз алмаз. Я себе насыпала 150 грамм сахара. Прям так ровно. Ну и изюм, по сути, тоже. Но если ты, допустим, не чувствуешь сладости в изюме или в шелковице, то попей кироп. Кироп, кироп. Я засыпала ровно 50 грамм. У меня конкретно такой глаз алмаз. Говорят, кур доят, а коровы летают. И если тебе кажется, что это дофига жидко, ты можешь положить себе, ну мало ли, ты еще сильнее переварил рис, чем я. Я, конечно, его не совсем, не сказать, чтобы уж полноценно так варила, это немножко иной способ. Мне кажется, я его где-то упоминала, может быть, на своей странице Cookpad, может быть, в своей телеге, может, еще где-то. Если хочешь, я тебе отдельно как-нибудь, может, запишу процесс этого счастья, оставь... В таком случае комментарий под этим видео. Короче говоря, кур дает, а коровы летают. И если тебе кажется, что слегка жидковато это все, можешь добавить манки или муки. Вот у нас шелковица. Что же я беру рукой? Наверное, лучше взять ложкой. Столовая ложка. Шелковицу можно есть с чаем, можно есть как просто перекусик. Я не люблю слово перекус. Поэтому как бы можешь просто ее как пожевать. А можешь добавлять какие-нибудь десерты. Я ее брала в деревню к чаю. Расслушка. Да, он выпало 2 ложка. 3 ложка. 3 столовых ложки шелковицы. 440 грамм вареного риса. 50 грамм сахара или сахарной пудры. 1 куриное яйцо. Я вообще не люблю изюм в мокром виде, но тут уж сделаю исключение. 1 столовая ложка изюма. Ты можешь наоборот использовать побольше изюма, поменьше шелковицы. Если у тебя нет шелковицы, можешь использовать просто один изюм, там какую-нибудь клюкву сушеную, все что угодно. Орехи можешь добавить. Сейчас мы это перемешаем. Если тебе понравится такой ракурс приготовления еды от меня, ты дай знать в комментах. У меня совершенно случайно так как-то вышло. Я управляю с телефона, и вот в таком виде это мне намного удобнее внезапно оказалось,
чем лицом в экран. Это как-то приближать там или еще что-то. Я думаю, мы воспользуемся ложкой относительно молока, потому что у меня хоть есть где-то такой еще стаканчик, но его надо искать. Сейчас помешаю, потому что тут будут перки. Ты можешь взять не козье молоко, можешь взять коровье или там еще какое-нибудь. Раз. Два. Три. 4 столовых ложки молока. Можно добавить, наверное, еще и маслица, но у нас, в принципе, козье молоко. Ну, кажется, слегка и правда жидковато. Вообще, это меня еще вдохновила не только Алина Грейн, но и другая Алина с похожим рецептом, но в принципе у нее тоже было жидковато. Сейчас я возьму форму. Как говорится, готовь форму заранее. Искала в одном месте, оказалось совершенно в другом и на видном месте. Стеклянная форма. Я думаю, если бы здесь была какая-нибудь манка, хотя можно, в принципе, ее, наверное, и добавить, или даже какой-нибудь рисовой муки, то она бы должна была постоять 10 минут. Вот у меня минут 10 оно как раз стояло без муки, пока я искала. Мы же с тобой, зритель, не добавили ванилин. Моя мама, когда готовила, и бабушка тоже, они добавляли ванилин на кончике ножа. Потом почему-то стало принято добавлять этот ванилин прям весь пакетик. Может быть, это полезно, потому что мне кажется, что это невкусно. И, наверное, от того, что это полезно, люди и думают, что раз полезно, то надо съесть. Вот. Ванилин на кончике ножа. Если ты из тех зрителей, кто считает, что это полезно, даже если не вкусно, сыпь туда целый пакетик, целый грамм ванилина. В моем случае это даже полтора, хотя это открытый пакетик ванилином. С одной стороны, меня тянет рука к какой-нибудь муке, с другой стороны, пусть это будет свободный эксперимент. Ты, конечно, можешь смазать форму маслом, посыпать сухариками, тертым печеньем, мукой или чем-то еще, но у нас она стеклянная. В принципе, какая нафиг разница? У нас есть еще одна совершенно чистая столовая ложка. И тут сметаны на самом деле с Кузькин нос. Кузькин нос бывает разный. Но обычно Кузька — это маленький домовенок. И тут от силы этой сметаны на 1,5 столовых ложки будет. Если ты деревенский житель, либо у тебя, ну, вот такое воспитание было изначально, такое как бы бережливое, то ты можешь потом эту банку окатить, допустим, грибным супом. Налить туда 2-3, ну, чутка бульона грибного, от грибного супа. Потрясти и окатить. И вылить это в суп, и будет у тебя суп грибной, как бы со сметаной.
Было бы чуть больше сметаны, можно было бы вот так как-то побольше размазать. Вообще, если у тебя нет сметаны, не переживай, можешь без сметаны. А если есть, то можешь даже побольше положить. Повкуснее будет. Что хочу сказать, на закваске Бокздрав сделать сметану, ну, не совсем то, что я думала, это получается. Так что, ой, ты можешь взять сметану покупную, домашнюю сметану или что-то еще. Сейчас мы это счастье с тобой берем в духовку. На 180 градусов на 40 минут. Вот она отстояла свои 40 минут. Сейчас я ее уберу на чуть побольше градусы, чтобы она подпеклась. На 220 градусов на 15 минут еще поставила. Вот что у нас вышло. Я тут еще кое-что замутила. И частично даже уже сделала. Но у нас герой дня сегодня запеканка рисовая. Она еще какое-то время стояла, остывала. Ну, может, минут 40. Короче, пробыла она в духовке 55 минут. 40 минут на 180 градусов. И еще 15 минут на 220, чтобы поджариться так, запечься. Сейчас ее на тарелочку положу. Нет, кусок один уже отпилила. Как бы она все равно мягкая. Может быть, и надо было бы муки положить. Но мы же не пирог делаем. Я сейчас как раз чаечком попью. Мне и чайничек согрелся. Ну, скажу тебе, зрители, у меня всегда были проблемы с доставанием чего-нибудь из подобной формы. Даже с творожной запеканкой бывает что-то подобное. Если ты в этом больше умерец, то я думаю, у тебя, наверное, получится достать нормально, не развалив тут ничего. Можно полить вареньком, можно полить медом жидким, можно полить сгущенкой, можно ничем не поливать, а просто с чаем вкусно поесть. Вот такая у меня запеканка. Я потом еще сфоткаю, может, в телегу, как оно тут. Вкусно, невкусно. Но я думаю, что вкусно. Вполне себе нормально. Пока, зритель, если решишь соорудить что-то подобное, поделись мнением в комментариях.